Идеальный дом – тот, в котором не надо платить за свет и тепло, считают в лаборатории Самарского университета путей сообщения. 6 лет научные сотрудники трудятся над своим изобретением. Их энергоустановка «Диагональная ветротурбина» может позволить производить и потреблять электричество абсолютно бесплатно. Вот это самая ветрогенераторная установка, разработанная у нас в университете. При воздействии ветра на лопасти они приходят в движение. Вырабатывается электроэнергия, которая передается на нагрузку, установленную у нас в лаборатории внизу. Это экспериментальный образец. Производит всего 1 киловатт электроэнергии в час. Также установка способна накапливать энергию ветра и снабжать здание током даже в штиль. Предприниматель Тимофей Корягин представил городским властям проект, по которому с помощью подобных агрегатов можно освещать городские улицы, и не только. Первая группа клиентов – это сотовые операторы, то есть те мачты, которые они сейчас используют для ретрансляции своего сигнала, их же можно использовать в качестве мачты для установки нашей ветротурбины. В вторую очередь – это девелоперы-строители, те, которые занимаются не просто строительством, но еще и эксплуатацией своих же зданий, то есть для них важно будет сэкономить, уменьшить себестоимость проживания. Для многоэтажки это освещение придомовых территорий, освещение подъездов, для операторов сотовой связи, электроснабжение передатчиков, электроснабжение вспомогательных бытовых нужд. Мощность установки проектируемой должна составить 2-3 киловатта электрической энергии. Ну и в перспективе при увеличении габаритов эту мощность можно увеличить до 5 киловатт. В перспективе разработчики хотят снабдить своей установкой коттеджные поселки, предприятия и высотные жилые дома. Зачем платить, если можно получать электричество за счет неиссякаемых ресурсов, таких как ветер? Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.